налоги, вместо того, чтобы повысить пенсии, зарплаты, стипендии молодежи, они тратят все на этих иностранных ублюдков, на этих посланников войны, которые ничего хорошего нам не сулят. Давайте вместе пошлем их раз и навсегда в одно место. Янки гоу хоу! Янки гоу хоу! Янки гоу хоу! Кровавый посланник Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн. Недобитый во Вьетнаме летчик. Везде, куда вступает его кровавая нога, проливается кровь. Остаются трупы, разруха, огонь и слезы матерей, потерявших своих детей. Ливия, Сербия, Украина. Неужели и в Молдове будет то же самое? Что сейчас он скажет там нашей власти? Какой приказ из Госдепа он отдаст? Установить границу по Днестру? Открыть огонь в Гагаузии или на севере Молдовы? Никто не знает. Но факт остается фактом. В каждой стране, куда приезжает Джон Маккейн, начинается война. Мы против войны. Джон Маккейн, убирайся вон! Янки гоу хоум! Янки гоу хоум!